окутанная дымкой голубой, плыла земля в космическом просторе, а на земле болезни, слезы, горе, людские беды и людская боль. На небесах в заоблачном краю об этой маленькой земле печальной, о душах погибающих все знали, твою судьбу решали и мою. Любовь быть равнодушной не могла. Любовь сказала: «Я пойду к ним, отче, и пусть исчезнет этот мрак полночный. Я их люблю, я их спасу от зла». Смутились ангелы: «Зачем, Господь, тебе не достает хвалы небесной? Там, на земле, поют другие песни. Нет, я пойду, я стану кровь и плоть». И Божий Сын с небес в наш мир пришел, и от людей не отличался внешне. Похож на нас он был, но не был грешным, и на земле жил с чистой душой. Изведал все, все испытал Иисус. Как человек он знал и зной, и холод. Он уставал, он жажду знал и голод, и искушений дьявольских укус. Он на кресте окончил жизнь свою. Любовь сказала: «Отче, совершилось!» Когда Сын Божий расставался с жизнью, тогда судьбу решил он и мою. И ангелы смотрели на Христа, как кровь из ран его текла струёю. «Зачем, Господь, ты допустил такое?» «Я их люблю», — звучало со креста. «Я их люблю, и слезы на глазах, я их люблю», — звучало тише, тише. «Какие громкие слова ты слышишь? Иисус для нас с тобою их сказал. Он возлюбил тебя, друг, и меня. И в эту ли любовь нам не поверить? Он грешникам открыл на небо двери. Нет, ангелам такого не понять». Они от бурь не плакали земных, греху и смерти не были подвластны. «Люблю», — сказал Спаситель, — «для несчастных. Люблю», — сказал Иисус, — «для нас одних». Лишь сердце сокрушенное поймет, зачем Господь оставил трон небесный, зачем вошел Сын Божий в круг наш тесный и в раскаянии ко Христу придет. «Люблю тебя», — сказал Иисус и мне. И я пришла к Нему в одежде грешной и преклонилась пред любовью нежной. Такой любви на свете больше нет. Окутанная дымкой голубой, плывет земля в космическом просторе, и на земле по-прежнему есть горе, людские беды и людская боль. Но Божий Сын Иисус в сердцах живет, Его любовью многие согреты, и до сих пор во всех концах планеты «Люблю тебя» любовь людей зовет. Аминь.